К новостям из мира спорта. 90 минут равной борьбы – незасчитанный гол. Футбольный клуб «Неман» провел матч третьего тура чемпионата Беларуси в высшей лиге. Гродненская команда принимала «Витебск». Матч хоть и прошел в упорной борьбе, но реализовать голевые моменты ни у одной из команд не получилось. Игра завершилась без голевой ничьей 0-0. При этом болельщики остались недовольны не только показанной игрой. У любителей футбола возникли вопросы к решению судьи не засчитать взятие ворот витебской команды. На 22-й минуте Роман Василюк со штрафного удара подал мяч ближе к воротам. Решающий удар нанес украинский легионер «Немана» Тарас Дурай. Однако решение главного судьи – голкипер «Витебска» отразил удар. Задача была борьбу не проиграть и создавать стандарты, в принципе. Мы это создали момент, но тоже так нельзя делать, когда есть чистый гол. Один судья, второй не видит. Так и это же создается один-два момента, даже полмомента, решает судьбу матча. Я не знаю, тут вроде все выложились как надо.